Всем доброго времени суток, дорогие подписчики и обычные зрители, которые только что зашли на канал. С вами Саня Электрик, и мы продолжаем проходить Dead Space. Что же нам нужно сделать? Я помню, нам нужно взять вот это вот. Вот, да, вот это вот. Там магазинчик есть, да? Тут никакой хрени нужной нету, а? А, подождите, у нас тут в верстаке ничего не осталось там. Нет, узлов нету. Может, у нас там осталось... Давайте, ну ладно. Йо! Нет, только не вы, только не вы. Черт. Следующий. Hey man, where are you? Goodbye. Давайте осмотримся, посмотрим, что у нас тут есть. О. Если еще можно что-то продать, чтобы что-то купить. Ладно, давайте мы что-то продадим. И посмотрим, что у нас есть плюс в резаке. Так, средняя малая аптечка, стазисная батарея. Давайте вот это вот продадим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лазерный магазин нам не нужен. Тоже не нужно. Думаю, нам нужно очень много плазменной энергии. Думаю, она нам пригодится. Давайте пойдемте дальше. Но перед этим я советую сохраниться. Мало ли. У нас еще до сих пор глава 7. Так, мы из-за этой части не дошли до главы 8. Это плохо. Ну ладно, с кем не бывает. Правда, дорогие подписчики. Так, мы наконец-то спускаемся вниз. Я уже забыл, что надо сделать. Но сейчас вспомним. Что там, лифт? Окей, всем. Что-то FPS. Немножко было как-нибудь странно. Так, кто-то у нас тут будет. Так, пока никого. О, зародить стазис. Нам это нужно. Так, опять это. Может это... Так, что-то пишут. Ладно. Может это продать всю баню, а? Нет. Ой, крас. Ладно, пусть будет. Ты чё? Ты чё это было? Блин, я понял это все. Это диск мне что-то. Это надо замедлить, чтобы. Вау. Так, теперь нам нужно... Нави... О, вот это вот. А, ты? Привет. Так, 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 там еще кто-то. А вот и где. Как говорится, много патронов не бывает. Так, нам нужно наверх. Давайте посмотрим наш инвентарь и используем малую аптечку.
Есть! Черт. Что за нах? Так, теперь будет, так сказать, самое трудное. Нам нужно вот на ту сторону. Давайте мы, когда оно... Черт! Фух, успел. Так бы подох уже. Ладно, я знаю, что сделать. Нам нужно, так сказать... На низ. Давайте на всякий случай мы стазис увеличим. Есть здесь двери там. Или я не с той стороны. А, да-да-да. О, еще один, да? Отлично. Давай. Да вообще. Куда? Так, я уже запутался, куда нам? Ну, где выход двери, чтобы на всякий случай там... А, вот вижу, чтобы стазис увеличить. Нам нужно стазис увеличить. Зона гравитации. Давайте увеличим стазис. Пойдемте. Зона невесомости. Так. Давайте, когда оно уже отсюда уйдет, мы быстро уйдем. Беги, 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 беги. Зона вакуума. Так, теперь нам быстро нужно вот сюда. Что за нах? Нормально, мы успеем походу еще один или нет. А вот да, вижу его. Давайте этот еще, чтобы быстрее было. Предупреждение, груз 8772 освобожден от захватов. Необычный персонал должен покинуть отсек немедленно. Давайте мы это быстро сделаем. Все, задание выполнено. О, ты, да? Уже 40, из-за тебя я сдох. Ах ты. Козел старый. Маленький, старенький козел. Так, нам. А, 53. Давай бегу, быстро, быстро. Есть! Слава богу. У нас получилось. Ну, слава богу. Ну, куда нам там дальше, я уже как-то... Так, опять что там? Какие-то непонятные руки. Я думаю, извините, диск что-то там, иногда, когда я на него записываю, он начинает тормозить. Подлагивает только что-то при записи. Что-то все начинает. Ну ладно. Давайте мы пойдем. Нам уже все. Вот так мы быстро справились. Зона гравитации. Тут надо все четко, быстро сделать. Не зря я воздух прокачивал. Привет! Ничего, да? Ну жаль. Ладно, пошли. Нам теперь наверх. Правда, Айзек. Помню, на всякий случай аптечку. Мы слышим огонь.
Так, ты давай, доставайся, а то надо подняться на лифт. Бегом, а то сгорим. Есть. Зачем я походу туда его кину? Бегом. Есть! Обед будет подан в столовой через 10 минут. Через 10 минут? Ну, как раз я кушать хочу. Ха-ха. Ладно. Давайте нам, походу, вверх. Да, нам вверх. Пошли. Ничего так, как видите, сложного не было. Кому было сложно, просто посмотрите как еще раз, как это было. Проверял. О, ух ты! Проверял, проверять. Там, блин! Проверял, наушники подключены. Из-за этих уродов я опускаюсь опять вниз. Опять вверх. Катание по лифту, блин. Ну чё, Айзек? Ну, наконец-то. А, мы туда все забрали. Давайте нажимать. Есть. У нас задание выполнено. Груз 8772 запущен. Маяк запущен. Все системы в норме. Сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробую настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видел своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Окей. Как обычно. Обнаружена опасная аномалия. Твою мать. Активирован режим карантина. И где она? Аномалия. Ах ты! На тебе! Ха-ха-ха. Так, сзади старый немытый... Как нет патронов? Да вы издеваетесь, никак их победить-то. Да ё... Так, а если мы сделаем так? Да ё... Ну, наконец-то, хотя бы какая-то плазменная энергия. Черт, патронов оказалось... Мало... Ещё глюк неудачно. Черт! Аптечек много. Карантин снят. Срочно нужен магазин. Блин. Да блин, ну не весь сейчас. Ты чего? Так, чего это ты? Сейчас сохранюсь и меняю дискозаписи, а то, блин, не... О, нормально все. Ты чего включил это, а? Там запись, но вот и слабо. Хотя бы где-то запись. Шах в пустоту. Так, там, как я помню, был магазин, да? Давайте продадим все ненужное и купим патрончики. Патроны, прежде всего.
7400. Золотой полупроводник продать. У нас 13 000. Ну давайте мы купим плазменную энергию. Так, пригодится. Мало аптечек. Все, думаю, хватит. Так, туда, да? Неужели нам опять вниз? Наверх, да? Патрончики есть. Лифт долго едет. Главное, чтобы не было ни всяких плохих монстров. Черт, накаркал. Вот этих я вообще ненавижу. Ах ты! Хорошо, что за тебя два. Так, может не стоит. О, черт, что это за хрень? Не, ну нахрен. Я лучше убежу отсюда. Убегу. Это завершение главы. Ну, наконец-то 8-я глава. Или какая-то там 9-я или 8-я, не уже. А, 7-я. Ну, уже 8-я глава будет. Ну, наконец-то. Шаг в пустоту. Завершено. Ну, наконец-то, поздравляю, мы закончили 7-ю главу. Конечно, сохранить глава 7. Ну, наконец-то, она ждет глава 8 найти и спасти. Причально положился мостик. Нам нужно будет добраться на мостик. Ну, наконец-то, что-то ждет. Кроме... Ну, вот мы и на мостике. Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Вейла. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Но проблема. Фу, это было. Давайте в магазин пойдем. У нас есть 3000. Может купить на всякий случай плазменную энергию? Мало ли. Да, лучше купить плазменную энергию. Пока я хожу, да, ребят, с одним резаком. Это самоубийство, я знаю. Ой, я опять сюда вернулся. Как вы помните. Наружена опасная аномалия. Ух ты. Активированный режим карантина. Два зайца. Боже, как я вас ненавижу, этих. Нет, 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 подходи. Чёрт! Господи. Еще ты. Черт, еще один! Да ёк, коломане!
Да ё... Да что у тебя... Господи, как я не могу... Как я не могу... Да ё-моё! Заебись! Заебись! Офигенное начало 8 главы. Ну ладно. Ничего, у нас еще есть 20 минут. Да, я решил серию сделать. Так, что у нас там? Купить много... У нас боеприпасы закончились. И вот это вот плохо. Ага, лезвие турбореза. Пора дать. Что здесь, не батарея? Ну, может ее продать? Нет. Так, малая птичка пусть будет. Купим еще плазменную энергию. А ну давайте вернемся назад, может там ничего не взялось, как в прошлом. Что просто не сохранилось. Так, у нас 14 патрончиков. Нет, все взялось. Печалька. Извиняюсь. Ну, когда 20 минут пройдет и станет какое-то сохранение, или будет 19 минут, я тогда сохранюсь. Привет! Черт! Я забыл, что не сзади. Черт! Да что же ты так не взял, а? Походу, у меня нету аптечек. Давайте бежать в разные стороны. Плазменная энергия — это очень хорошо. Я вас вижу. Извини, мужик, извини, мужик, это не твой день. Черт, еще один. Бежи, беги, беги, беги. Да черт. Еще одна аптечка. Блин, как их взять, а? А вот и где. Ух ты! Все? Карантин снят. Пошлите в магазин. Что там у нас? Кредит норм, силовой блок, импульсные заряды, плазменной энергии не очень хорошо и нету аптечек. Давайте купим хотя бы две аптечки, а то это будет хардкоризм, хардкоризм. Но извини, Айзек, я не могу использовать аптечку. Там сейчас будет сохранение, я сохранюсь. Так что, Айзек, счастье будет немножко поплохо. Аптечку я использую в крайнем случае.
найти и спасти Сириус. Ну, не, ну, можно, в принципе, назвать так и серию. Найти и спасти. Ну, кого? Так, какой этаж нам нужен? Там, там их вообще-то три. Наверх. Ну, давайте мы возьмем. А, я помню этот, мы... Айс, дверь в рубку связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают, будь осторожен. О, нас еще подслушивают, это круто. Ну ладно. Вот сюда? Все верно. О, так тут... Лези турбореза. Потом мы вас, если что, продадим. Черт, как я тебя ненавижу, чувак. Черт. Ты молодечки, давай, давай, еще ты. Че, нет патронов, что ли? Вы что, издеваетесь? Фу, я в шоке, блин. И как мне? А их там двое. Это прям дебилизм реальный. Как мне их тогда убить, если у меня нету почти патронов? Мне что, вернуться назад и накуплять патронов много? Или мне нужна более лучшая винтовочка? Давайте мы его заморозим. Вернемся на самый назад. Так, что тут у нас? Патрончики есть? Так. Ах ты! Один сдох. Нету патронов. Идемте менять патроны. Ну, покупать, то есть. Денег не хватает, но не надо покупать всякую хрень. А я на первый уровень не могу спуститься. Офигеть. И что мне делать? Стазисная... Патронов будет очень много. Пиздец. И что делать? Ладно, давайте попробуем пройти. Да я как тогда? Все, это за. Какого хрена? Их аж там двое, блин, никакой на второй этаже не могу. Да чтоб тебя в жопу, блин.
Я понял, как их убить уже толком. О, слава богу, патрончик. Патрончик, ну слава богу. Ну слава богу, хотя патроны. Давайте мы его заморозим нахрен. Получила, а? Нравится, да? Нравится, да? Еще как нравится. Мужик! Ты чё такое, а? Мне хана. Чё за мне хана? Тараканы все. Да ёханы. Да ё-моё. Так, быстрей, быстрей. Давайте пройдемте как можем. Ну наконец-то хотя бы какое-то сохранение. Ух, у нас еще впереди 4 главы. О, нахрен. У нас там где 7-8 минут осталось. Журнал службы связи. Старший офицер по коммуникациям Бейли. Запись. На корабль совершено нападение, но капитан Матиус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. СОС! 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 Это USG Ишимура! Это... Черт! На всякий пожарный. Че, больше нет патронов? Вся система связи отрубилась. Офигеть. Всё, выхожу из эфира. Конец связи. Мне бы магазинчик. Коммуникационный луч отключен. Ремонтная бригада извещена. Передающий кластер совсем плох. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. Так, вот это... Давайте сохранимся. Ого, думаю, нам будет там не сладко. Так, все, что есть, берем, давайте на всякий случай. Мне бы магазинчик не помешал. Не помешал бы. Ого, сколько денег. Плазменная энергия, вот это хорошо. Зона невесомости. Ух ты! Ух ты, чё? Ах ты! Ладно, давайте сделаем вот как. Да ёп! Зона гравитации. Ладно, я сохранюсь. Мы как-то там в следующей части выберемся. Спасибо всем, кто смотрел. Извините, что такая маленькая часть. Пока.